Господи, боже мой, щитки. Может, дай мне щитку? Ну, почему не забыла кормить? Ну, что это такое? Есть такие, которые тебя, типа, знаешь, периодами это делают, но фишка вся в том, что они вот этот период, пока они этого не делают, знаешь, типа они где-то они в себя напряженности чувствуют. Не, ну кому-то все равно, кому-то просто там уже. Типа ты его полностью скручиваешь. Ну типа просто ножки сложно. Ага. Прикольная идея, мне нравится. А поребрик неплохо. Кстати, ты видел, что он технику продает, да? Ну, это... Свою. Он уже не будет снимать, я так понимаю. Судя по тому, что я снимаю эту неделю все матчи, то уже логично, что поребрик снимать не будет. Судя по всему. Я уже на лист оставил, когда он будет. Вообще кто-то не мой, знаешь. Это такая интересная тема. Делая колбасы, что же ко мне подошел, понял, спросил, ну, ко мне подошел. Я стою в наушниках, да? Стоит рядом с ним Егор. И он поднимает голову и спрашивает у меня, вот он, Егор, от него стоит в сантиметрах 10, но знаешь, такая зона минимальная. И он поднимает голову и спрашивает у меня, кому деньги давать. Да нет, этот тип кто-то нет, то такое, знаешь. Ну вот, деловая колбаса о чем думает? Скажи мне, я, может, просто такой авторитет какой-то вызываю внешне, или что? Ну, такая курточка интересная, типа, я не знаю. Но это же каждый раз одно и то же, типа, именно человеку, который в наушниках подходит и что-то спрашивает. Это как слепому, знаешь, типа, спросить, куда идти, что-то в этом роде. Или, типа, какого цвета там могу взять? Да, как выглядит? Какого цвета здание? А, тут как тут к красному зданию пойти? Что-то в этом роде. Или как не мову просить, типа, риторику преподавать. Хотя это более реально. Кто за мячом идет? Витя, осторожно. Осторожно. Здесь в банах. Да за мячом пошел? Да? Да, за мячом кто-то пошел, да? Еще.
следующий раз убьют, они типа нас убьют. Слушай, не дезмораль этот, не дезмораль. Так у нас сейчас матчи на вылет идут чисто, да? Окей, и это через 3 недели будет вдвое просто меньше матчей, да? Ну, в смысле, ты говоришь, что вот раз в 3 недели будет, типа... Это значит, что раз в 3 недели у нас будет меньше матчей, чем типа есть. Или они будут дополняться просто теми, которые могут быть в сезоне. Ну, это плохо. Пошли, пошли. Как тебе поребрик? Как компания нормально? Или у вас сюда не был танк? Ну, я в плане вообще не знаю. Что-то профессор интересно рассказывал, помимо того кидала? Меня что-то звали, типа, говорили стоимость за машину, я тебе говорил. Но там единственный вот есть момент. Они сказали питание. Давай, Эли. Питание? Предлагают еду и работу одновременно, да? Да, в принципе, это слишком круто. Но, типа, если они в конце месяца выплачивают, то это не очень, потому что в конце месяца. На месяц вперед. Какие месяцы заплатят? Че, туда нет? Да? Я это не устраиваю. По факту, пожалуйста. Потому что если у них есть, типа... Если к ним есть предъявы по киданию, типа, то... Это сомнительно, а вот стоит. Матчи же, типа, ты в конце месяца не сбрасываешь. Вот я понял, соответственно. И они же на карту бросают. Это все равно даже. Не, просто я не понимаю, зачем зажимать типа сумму денег, если у вас есть работник, который типа работает. Ну, то есть, типа, человеческие ресурсы немножко все-таки дороже, чем денежные. Жертвовать человеческим ресурсом во имя типа вот этого, вот, непонятно чего, портить себе репутацию, зачем нужно? Да,
Кстати, а ты уже видел мобильное приложение? Нет. Я тоже не видел. Но оно уже есть, я так понимаю, да? Но мне казалось, что изначально это должен быть сайт, а не мобильное приложение. Как это версия? Что? Браузерная версия. Браузерное приложение. Приложение как браузер. То есть это приложение, которое браузер, да? Ну, ага. Просто не видно камеру. Так это жёлтая! Thank you.
Первый.
там пацаны, кто-то хочет еще за ним? Просим, Никита есть! Мы сидим ближе! Просыпайся. Два! Нет, говорю, ты просыпайся. Ты, говорю, просыпайся, давай, время. Давай. Ну, как обычно. Через 45 минут. Да. Давай!
Давай, 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 давай